Килограмм в 200? 2200 получилось, нормально. Я заплачу как за килограмм, нормально. Продавец. Ого, а что, так можно было? Мы обнаружили идеальный ответ. Запоминайте. Какой же безумной была та эра, когда ты ронял свой телефон и из него вылетала батарея? Которую ты вставлял на место и он прекрасно работал дальше, а не платил кучу денег за ремонт или новый телефон. Я, просыпаясь после дневного сна и не понимая, какой сейчас век. Я что, Гарри Поттер? Учитель, никаких гаджетов в классе. Чувак на задней парте. Любимая, почему ты не притронулась к моему сосисомобилю? Как дела? Ну, как сказать, черные кошки перестали дорогу перебегать, не видят смысла. Ты там это, держись. Домашняя порода лисиц была выведена в 60-х годах в СССР. На данный момент цена такой лисички около 500 тысяч рублей. Зачем люди ходят на работу? Они не могут страдать дома. Она. Я хочу поесть что-нибудь эстетически красивое и интересное. Я. Ни слова больше. Нифига себе, а ты креативный парень. Слива лечебная, слабит нежно и тихо, не прерывая сна. Саня, вставай, ты оздоровился. И да, друзья, всем привет, меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали. Android, iPhone. Кто пишет, а вот так выглядит Xiaomi. Дочка целый час что-то мастерила в своей комнате, и жена получила вот такой подарок. Это выглядит как личный ад. Просто постоянно ходить по кусочкам лего. И никто не ныл, что его ребенка эксплуатируют. А как же весело на таких отработках было. Кто помнит? О, я помню, я на таких участвовал. Мы яблоки собирали. Учитель, начался очень ответственный год для вас, год выпускных экзаменов. Вы должны очень серьезно к этому относиться. Я на последней парте. Когда заложила нос? Комплект дододеяльник, дростыня, наволочка. В одном из шоу Эмма Уотсон показала, что у нее в сумке. Она что, использует заклятие незримого расширения? Да ладно, это все у нее в сумке поместилось, нифига себе. В фильмах с Дизелем по фото непонятно, это 3X или очередной Форсаж. Кто пишет, в 3X Вин Бензин в черной майке, а в Форсажах он в белой. Он сам только так и понимает, в каком фильме в данный момент снимается. Сегодня на работе ко мне дозвонилась женщина с фамилией Хрхрян. Но самое интересное не это, а то, что она, мать вашу, картавит. И когда я спросила фамилию, она такая, это будет сложно. В тот момент я не подозревал, насколько. Как-то мы пошли на вечеринку с мужем, на которой он всех знал, по работе. Но я никого не знала. Парень подошел к нам, обернулся ко мне и сказал, «Ты должно быть его жена». А я обернулась на мужа и произнесла, «У тебя что, есть жена?» Надо было видеть лицо этого парня. То чувство, когда с 11 лет игнорил учебу в магловской школе, в вузе и не ходил на работу, потому что ждал своего письма из Хогвартса. Но потом жизнь сама распределила тебя в Доргорстрой. Я пришел домой, стянул штаны до колен и впал в прострацию. И куда этот Яндекс-навигатор нас завел? Причина продажи? Решил продать. Безупречная логика. Не, ну а чё? 23-летний рэпер из Мексики с помощью хирургического вмешательства полностью заменил свои волосы на голове золотыми цепями. Кто пишет, а нельзя заменить себе мозги хирургическим вмешательством? Стрессоустойчивость – это удел лохов, которые не могут себе позволить разрыдаться в середине рабочего дня. Жена прислала фото собаки, не могу найти второй глаз. Что там происходит, где собака? А, все, я понял, нифига себе. Если вы вдруг мечтали одеваться, как волк из «Ну, погоди». О, труселя вообще зачетные. Я бы в них бегал по дому такой. Мой мозг не сгибает эту вещь, она сломается. Я все равно ее сгибаю. Вещь ломается. Я. Счастливых выходных! Сейчас выходные. Коллектив в обычный день. Друзья. Коллектив, когда просишь подменить на один день. Смертельная битва.
Хлопушка хорошая, но деньги не настоящие, если ее купить только для розыгрыша. Ответ представителя. Добрый день. Хлопушек с настоящими деньгами не бывает. Всего доброго. Зачем вы разрушили жизнь этому парню? Со своим зрением в минус 3 я всегда нахожусь в опасности. Что вижу я, что это на самом деле? Если хочешь стать бананом, надо мыслить как банан. Когда денег хватило только на лекарства, а их нужно пить после еды. Вот незадача-то. Я сражаюсь с боссом, жизни заканчиваются, я посреди боя. 23:00, сегодня я лягу пораньше и наконец-то посплю 8 часов, 2 часа ночи. Ладно, 5 часов тоже хорошо, 4 часа утра, ну 3 часа так 3 часа. 7 утра, просто попью кофе. Я не диетолог, но если вы едите пиццу в полночь, то ваше тело не знает, идут ли калории на вчерашний или сегодняшний счет, так что они не считаются. Не-не-не, тут по-другому работает, они считаются и туда, и туда. Бабка корыто новое просит. Ладно, будет ей Лада Гранта. Ну, вообще-то тоже неплохо, вы видели цены. Моя огромная и бесполезная база в Майнкрафте. Я осознал, что совершил ошибку. Да ладно, в Майнкрафте большую базу строить это прикольно и весело. Ну, не факт, чтобы ты там будешь всеми комнатами пользоваться, но зато это прикольно. А вот если ты построишь большую базу в Расте, то там придется за нее платить. Там нужно кучу ресурсов тратить просто на ее содержание. При этом в Майнкрафте блоки можно бесплатно строить. Чему научил Голливуд? Все, кто грабил казино, какое-то время скрывались в космосе. Ты спрашиваешь меня, почему я ушел с предыдущего места работы, но ты не рассказываешь мне, куда делся предыдущий сотрудник с такой крутой должности. Мы его уволили, потому что он задавал тупые вопросы. Не ходи на работу, там тебя ждут одни неадекваты, тупицы и мозгоклюи. Ну как же не идти? Они же ждут. Кто пишет, главное не забывать, что для других людей на работе неадекват, тупица и мозгоклюй – это ты. Календарь. 18 сентября. Я. Когда там уже Новый год? Apple презентует революционный USB Type-C разъем. Пользователи Android. Как мы им расскажем? Ты выглядишь великолепно всегда. Когда понял, что у тебя на телефоне больше нет игр, а вместо них теперь какие-то госуслуги и прочая хрень. Ну здравствуй, старость. Ну у меня на телефоне все равно парочку игр всегда есть. Подойди к нам, путник, мы даруем тебе ипотеку. Так вот вы какие человейники. Ты включался 1.5 секунды, позор. Прости, хозяин. У тебя есть 5 минут, чтобы запустить Need for Speed Underground. 10. Я прохожу мимо дома, где в 2019 году я не стал покупать однушку за 1.5 миллиона. Ну даже, не, ну тут даты попутаны, тут не 2019, а 2010, скорее какой-нибудь 2012. Да и прям уж не стал покупать ты по собственной воле, у тебя просто денег не было, как и у меня. Когда я говорю, что у меня все лежит на своих местах, это означает, что если мне понадобится ручка, то я отодвину холодильник и возьму свою ручку. У меня все лежит на своих местах. Я когда заказал салат, надеясь, что он исправит все то, что я творил со своим организмом последние годы. Я смотрю в окно, чтобы понять, что надеть. Люди на улице. Не знаю, как это работает, но в книжных магазинах всегда ищу полку с книгами о Гарри Поттере. Вижу их и улыбаюсь, как будто встретила старого друга. С сегодняшнего дня принял решение не говорить «доброе утро» и в целом отказаться от столь ярких оценочных суждений в пользу слова «приемлемо». Приемлемое утро, коллеги. Приемлемое утро, коллеги. Всем терпимого дня. Однажды на рыбалке. Кто пишет, главное сначала тойотами прикормить. Ё-моё, сколько денег утонуло. Врач, операция прошла успешно, просто постарайтесь не напрягать эту ногу. Дедушка в 5 утра на следующее утро. Жиза. Знаете, в чем проблема с фруктами? Они непостоянные. Одни яблоки вкусные, другие невкусные. Одни апельсины сладкие, другие кислые. А знаете, что всегда стабильно вкусно? Пельмени. Тут нужно было шлёпу подставить. Что рекомендуют стилисты, что получается у меня?
Я. Гороскопы – это полная чушь. Гороскоп. Сегодня лучше ничего важного не планируйте, посвятите себя отдыху, ленитесь и восстанавливайте свои ресурсы. Звезды не врут. Для тех, кому интересно, каково это быть не единственным ребенком в семье. Переслано сердечко. Идеальная татуировка действительно существует. О, минимализм, уважаем. Мне грустно. Не переживай, все наладится. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Также переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мимасы. Подписывайтесь на паблик Мимоск ВКонтакте, на мой телеграм-канал, на канал в ТикТоке, на канал на Рутюбе. И читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сала. Пока-пока.